Саша, прости меня. Неправильно все это. Прости! Просто прости! Хотя ты прав. Не прощай. Стреляй. Стреляй! Сука, не надежда тебя! Саша, не трогай, она не виновата! Выстрелить в слабо? Сигнализация, я пойду, отключу. Вы не уходите. Здесь будьте, хорошо? Я сейчас приду и убью вас. Извините, что побеспокоил. Сейчас мебель новую привезут. Уберите, пожалуйста, машину, а то грузчики поцарапают. Чего доброго. Мне потом с вами разбирайся. Простите, что вы хотели? Не, ничего, я все понял. Машину отогнать, да? Да, разберемся как-то. Я сейчас не могу, слушай. Держи. Сам отгонишь, да? А я... Не понял. Быстро садись. Ты... Что тебе? Доверься мне, и все станет на свои места. Откуда у тебя это? Сначала я расскажу тебе, что будет дальше. За убийство ты отсидишь 5 лет. Но на этом все не закончится. Если бы тогда я ее не завалил, сейчас бы вернулся и завалил. А я бы, наверное, обоих убил. А я вот тогда не смог. Ты хахаля искать не собрался? Смотри, за него больше дадут. Вернешься. Не переживай, начальник. Не вернусь. Он потом служить пошел по контракту 2 месяца. Погиб. Значит, есть справедливость на свете. Справедливость. Ой, твою. Чтоб духу твоего здесь не было. Привет, любимый.
Думаю, у тебя возникло много вопросов ко мне. Дочитай, пожалуйста, это письмо до конца, и, возможно, ты получишь ответы на некоторые из них. Вспомни нашу первую встречу. Миша привез меня, свою невесту из армии домой познакомиться с тобой. Ведь больше родных у него не осталось. Ребят, я так счастлив, что сегодня здесь собрались самые близкие и родные для меня люди. Это просто прекрасный день. Брат, у тебя какие-то проблемы, а? Что с тобой? Все хорошо. Я тогда слепой, по-твоему, да? Ира. Миш, прекрати. Увидел тебя, Ирочка, я слеп, понимаешь? Прекрати. Может, хватит уже? Саша, а чем ты занимаешься? А давай я тебе сам расскажу, чем занимается Саша. У моего брата коллекторская фирма. Собственная. А коллекторская — это что-то связанное с очистными сооружениями? Нет. Наша деятельность не связана с канализацией. Просто мы перекупаем чужие долги. Чем? Долго рассказывать. Но это вполне законно. Ребят, да что с вами, а? Ну расшевелитесь вы, ну пожалуйста. Сегодня такой день прекрасный. А может, вы пойдете потанцуете вдвоем, а? А что? Ирина? Разрешите украсть вас у этого солдафона? Желание старшего по званию для меня закон. Ты играешь смертельные игры. По утрам поешь новые. Не знаю, кто как, а вот я, например, самый счастливый человек на свете. Мы с тобой будем навсегда вместе. И нам пополам. Только я пью, пью и не пьянею. А я не пью и пьянею. И ноги совсем не слушаются. Мысли пополам, чувства пополам, все нам пополам. Повстречали. Интересно. Куда он делся? Может, поехали уже домой? Миша! Вещей нет. Ребята, хоть я и пьян, но я очень сильно люблю вас обоих. Будьте счастливы, Саня, обидишь ее, убью. Миша. Мы полюбили друг друга. И Миша оставил нас. И в этом весь Миша.
И вот моя жизнь превратилась в сказку. На мне женился мужчина, без которого моя жизнь была серой и пустой. Первый год я не верила собственному счастью. Я просто дышала тобой. Но спустя всего год, когда грянул кризис, у тебя появилось много работы и много денег. И эта работа очень изменила тебя. Ты стал черствым. И передумал заводить детей. Однажды я приехала домой на сутки раньше. Тихонько открыла дверь, вошла в нашу квартиру. Не спеши. У нас еще вся ночь впереди. И я поехала к Алине. Вы не можете? Да он спал со всеми подряд. Даже у меня с ним был роман. Ты сигарет? Ты же раньше не курила. Я раньше не пила. Тогда я решила, что дам тебе пережить ту боль, в которую ты окунул меня. Угу. Да, милый, я тоже тебя очень люблю. Приезжай поскорее. Давай. Представляешь, сказал, что будет только к ночи. Ну так я тогда пойду, вернусь попозже. Ну что, чего? Хочешь испортить мой план? Я тебя искала, я тебя вызванивала, а ты уедешь. Ну, ты представляешь, Саша приедет, а тут ты. Ну, вы же 4 года не виделись. А так, ты мой лучший подарок ему на день рождения. За любовь? Ну, рассказывай, как ты жил все эти годы. Мы ведь с тобой не виделись с тех пор, как ты исчез перед нашей свадьбой. Я вернулся в свою воинскую часть. Служу на контракте. А ты как? Счастлива? Счастлива. Саша ушел с головой в работу. Знаешь, во время кризиса коллекторские компании очень важны. А ты чем занимаешься? А я наукой. Я защитила кандидатскую на тему питьевой воды. Это важно. Да. Знаешь, мне всегда в тебе нравилось то, что ты серьезно подходишь к тому, за что берешься. Только сейчас это уже никому не нужно в нашей стране. ВДВшник ты наш. А как у тебя с личной жизнью? Наверное, от красавиц нет отбоя? У меня воинская часть моя есть. И друзья верные. Вот и все. Миша. А ведь ты сильно любил меня когда-то. Ира, ты что творишь, а? Тебе не нравится? Да ладно, неужели ты не мечтал об этом? Ира, это неправильно. Ты жена моего брата. Ну и что? А теперь скажи мне, что ты меня не любишь. М? Ир, прекрати, пожалуйста, Ира! Бежишь? Прям как тогда. Бросил меня. Даже не спросил, может, я хотела быть с тобой. Ну, конечно, ты же старший брат, надо уступить девушку, да? А я вышла за него замуж только потому, что он не такой правильный, как ты. Пишу тебе все это только потому, что люблю тебя. Прости меня. Прости Мишу. Твоя Ира.
На этот раз сделали тебя. И красиво сделали. Да, Ирка такая. Ты что, хотел сделать ее счастливой? Ты на своей работе вообще стыд потерял, слушай. Скажи мне, какая вообще разница между коллектором, рейдером и рэкетиром? Очень смешно. Хватит ржать, а? Работу сюда приплел еще мой. Ирина найдет какую-то фирму, которая будет каждый год поздравлять тебя с днем рождения. Первые письма ты будешь читать со слезами. Ну и потом она не даст тебе покоя. У тебя будут другие женщины, но Ирина, она всегда будет стоять перед твоим внутренним взором. А что с этим всем надо делать? Ну, у тебя есть как минимум два выхода. Вернуться и порешить их тобой. Или прямо отсюда уехать в деревню и начать разводить лошадей. Кого? Лошадей. Помнишь, в детстве мечтал? Все, все, очень смешно. Бред какой-то несешь. Че ты должен верить вообще, а? Тогда последний вопрос. Ты кто такой? Не важно, кто я. Важно, кто ты. Давить и отжимать — вот твой путь. Тебя в этом мире любили два человека, но ты их предал? Что ты сделал с собой? Потерпи, Ворон, потерпи. А у тебя здесь хорошо. Ты тоже хорошо выглядишь. И я рада тебя видеть. Чё приперлась? Документы готовы. Подпишешь? Только пообещай мне, что когда я вот это вот подпишу, я тебя больше никогда не увижу. А? Обещаю. Больше не увидишь. Могла по почте выслать. Хотела посмотреть на тебя. Последний раз. Мою работу купили. Я через месяц уезжаю в Европу. Вот как. Угу. Чем подписывать? Ручку дай. Объясню. Все в порядке?
да, все хорошо. Дед, ты куда пропал вообще, а? Я вообще думал, что ты мне приснился. Эй, мужик, я не понял. Все нормально. Точно? Окей, все? Все окей, да. Я прошу прощения. Ты не обознался, Саша. Но я ему сейчас нужнее. Кто это был? Друг. Самый лучший друг. Странно. Я никогда его не видела. Долго рассказывать.